Далеко идущие амбиции Парижа в компании с европарламентариями относительно установления своего влияния на Южном Кавказе, как всегда, канули в воду. Поэтому для Франции, потерпевшей политическое и дипломатическое поражение во многих регионах мира, в данном случае Баку стал чуть ли не главным геополитическим соперником. Сейчас Азербайджан, в отличие от Армении, самодостаточное суверенное государство, которое победой в 44-дневной войне показало миру свою мощь и силу, и ни в чьей помощи со стороны Европы, а тем более Франции, не нуждается. Именно это и не смогли переварить некоторые парламентарии ПАСЕ. Вопиющий факт ангажированности тех парламентариев, предвзятость и двойные стандарты, потому что то отношение, которое сейчас показывает ПАСЕ против нас, не было во время оккупации. И армянская делегация проходила через аккредитацию, принимала участие в голосовании, и голос Армении не был заморожен. А то, что сейчас мы видим по ряду сложившихся ситуаций, по отношению к нам, мы, конечно, не принимаем такое отношение против нашей страны. Но есть еще очень такие важные моменты, которые связаны с менталитетом, с обычаями Азербайджана. Проводящая грязную и провокационную политику в отношении Азербайджана, Франция вместе с Арменией пытаются принизить авторитет нашей страны. Однако они забывают, что этот поклеп антиазербайджанского настроения в ПАСЕ выглядит нелепо по сравнению с более тесным сотрудничеством Баку с Евросоюзом в экономической, энергетической и транспортной сферах. Под воздействием Пятой Республики непосредственно президента Франции Макрона, это говорит, что уже в условиях гибридной войны другие институты, другие структуры тоже привлекаются вот в этот, в это геополитическое противостояние. И здесь Азербайджан, как самодостаточное, суверенное, независимое государство, гордо приостанавливает свое взаимодействие и все отношения с ПАСЕ. И Азербайджан тем самым показывает, что с нами надо соглашаться, принимать новые геополитические реалии, которые сложились после Отечественной войны. И Азербайджан, как сильное государство, показывает свою волю. Глядя на все происходящее в стенах ПАСЕ, невольно приходишь к мысли, что единства мнений между парламентариями этой структуры тоже нет. А как иначе прокомментировать отказ многих депутатов от участия в голосовании против азербайджанской делегации? Кажется, маломальски задумавшись и вспомнив о том, что Азербайджан – их стратегический партнер в области энергобезопасности в регионе Южного Кавказа, депутаты ПАСЕ решили вернуть Баку за стол переговоров. Но это уже другая тема. Кемаль Азиз Гызе, новости АСТВ.